Фамилия Снежков сыграла роль только, когда мы думали над названием детского лыжного фестиваля. Здесь уже сразу Снежок. Мы семья Снежковых. Победители всероссийского конкурса «Семья года 2021». И мы в проекте «Тверь Зим». Титул «Семья года» для нас – это значит большое такое достижение, шаг какой-то вперед еще. Потому что мы участвовали как семья молодая, и которая занимается спортом, участвует в разных спортивных мероприятиях. Поэтому это титул для нас как бы очередная, очень большая такая победа. Большой, конечно, вклад в этом детей. Алина сделала большой вклад, потому что у нее очень много призовых мест всероссийских, областных на соревнованиях. И семейные соревнования, в которых мы постоянно участвуем. Веселые старты областные, районные. Вот за счет этого мы набрали очень много баллов. В этой номинации «Молодая семья». Мы в последний вагон так запрыгнули. Как бы «Молодая семья», и за это время как бы наград очень много. Уж тут не выиграть. 35 лет нам уже, когда конкурс проходил, все, сейчас нам уже по 36. Уже не молодая семья. После 9 класса я поступил в Торжовский педагогический колледж на учителя физкультуры. Там уже стал больше заниматься лыжными гонками. Я не такой уже строгий прям тренер. Мне в школе директор тоже говорит, построже с ними, построже, можно строже. И родители говорят, можно с ними строже. Но я не такой строгий, как бы, если что-то не получается, я спокойно объясняю, чтобы дети как бы не зажимались, что у них не получается, и их ругают. То есть даже если у нас у папы отпуск, тренировки у нас не прекращаются. Отпуск – это на работе для документа оборота. А как тренировки идут, тренировки должны идти. Я говорю, Илья, ну, хоть маленечко, но отдохнуть-то надо. Тебе же дали отпуск, отдохни. Нет, тренировочный процесс нельзя останавливать. Всегда, когда выезжаем на какие-то соревнования, мы выезжаем только за победой. Мы не настроены, съездим, поучаствуем. Настроен всегда побеждать.